почувствовала, что эта активность, она ну вот не слово внезапность, да, но она такая постоянное действие, но оно очень однозначное, оно очень направленное, четкое, и вот такая вот активность, которая действует постоянно и с ощущением вот этого, куда направляется, как направляется, зачем направляется вот эта активность. Настолько сюрпризности живет. Эти звуки, они где-то такие шуточные, где-то немножко как шуточно-сказочные. И вот столько задора в этой активности живет. Такое вот чувство, что от каждого шага активности задор этот прибавляется и желание дальше идти действовать. Слушай, это миниатюры, и понимаешь, что как активность порождает активность. Чем больше развиваются звуки, сюжет развивается в этой миниатюре, и он все время в развитии, он все время в действии, такое по нарастанию все. Выше, шире такая активность, приумножающаяся. Активность вновь прозвучала как такая любознательность, где каждый шаг он радует, и каждый шаг он просто вот наполнен этим внутренним светом, этой активностью.